Здравствуйте, друзья, с вами Феликс. И сегодня я решил записать такой вот ролик, ролик напоминания и небольшой анализ после того, как вчера, ну, почти до сегодняшнего утра у меня была переписка с одним из моих партнеров, с одним из моих коллег, после того, как в некоторых чатах прочитал сообщения наших ребят из других команд, еще раз убедился, что есть недопонимание, что такое дропшиппинг. С первого же ролика на моем канале я объяснял, может, это было и не очень понятно сказано с моей стороны, поэтому еще раз хочу вот напомнить и пойдем еще дальше. Итак, я просто использовал слово дропшиппинг в предложении. В принципе, что нам предлагает InfiniAI? InfiniAI нам предлагает заняться дропшиппингом. Дропшиппинг это, вот если прочитать в предложении, вот в сети магазинов началась, ну, дроп тут раскрывающимся, то есть поступающая доставка заказов, принятых по телефону или через интернет. То есть мы принимаем через интернет заказ на поставку товара, ну, оплачивают нам этот заказ, и мы, приняв этот заказ через интернет, через свои вот эти площадки на Амазонах и eBay, осуществляем доставку. Если вы, мы, я, любой из нас занимается товаром в количестве, ну, пусть 10 штук, 20 штук, то нам никакие Infinity, ну, у каждого в силу своих способностей, вот сколько товара он может отследить. Кто-то 5, кто-то 20. Кто-то 25 и 40. Может, есть и такие, я не знаю. Вот никакие нам инструменты не нужны, типа Infinity. Но сам процесс дропшиппинга представляет из себя как минимум 5 пунктов. Вы должны найти товар, который собираете дропшиппить. Поиск поставщика этого товара, то есть где его брать. Допустим, вы проанализировали спрос, увидели, что пользуется спросом, теперь вам надо найти этот товар, у кого брать. То есть найти поставщика. Ну, площадки реализации, это мы к ним еще вернемся, но они, в принципе, доступны. Должны производить учет операций, то есть учет заказов и своевременную отправку поступившего заказа и принимать платежи. То есть подходящий метод приема платежей у вас должен быть. Вот если вот это все вы можете сделать, и вам для этого не надо никаких InfiniAI, можно и нужно делать. Даже не можно, а нужно делать самостоятельно. Зачем лишний раз платить даже не 50, а $5 за что-то, если вы можете обойтись без какого-то стороннего вот инструмента, площадки. Но если вы хотите зарабатывать нормальные деньги, то есть увеличивать свой объем, то вам обязательно нужны инструменты для того, чтобы вот все это осуществить. За исключением приема платежей, ну, допустим, это не инструмент, но подходящий прием платежей, об этом Infini позаботился. То есть привязал такую платежку, которая работает, ну, со всеми в СНГ. И еще одна немаловажная деталь. У вас должна быть обязательно в распоряжении свободная сумма, равная цене товара,
которого вы выставили на дропшиппинг. Вы можете выставить там 100 товаров ценой по 50 долларов каждый, значит, у вас должны быть ну хотя бы 2-3 тысячи свободных долларов. Вот представьте такую ситуацию, на утро вы встаете и у вас 50 заказов. Вам надо купить этот товар и отправить заказчику. То есть у вас всегда деньги должны быть свободные на ту сумму, на которую вы выставили товар. Вот это тоже надо учитывать обязательно, занимаясь дропшиппингом. Пока что свернем. То есть мы поняли, да? Надеюсь, теперь уже понятно всем, что такое дропшиппинг и чем именно предлагает нам заниматься InfiniAI. К сожалению, сейчас вот на данный момент 16 число и Springboard недоступен. Но это связано именно с тем, что там обновляется этот самый листинг. То есть, чтобы мы видели, да, что там творится у нас с тем, что мы до сегодняшнего дня купили. Я не раз говорил, что таких вот компаний, таких вот платформ наподобие InfiniAI есть несколько. Она не единственная в своем роде, не DS Domination, когда она была, не теперь, когда она InfiniAI. Есть еще такие площадки. И сегодня я вам покажу одну из них. Одну из них. Вот, называется она Доба. Она дошла до того, к чему стремится на данный момент InfiniAI. То есть у нее есть свой стор, свой marketplace. И все, что мы на данный момент имеем в InfiniAI. Единственный минус именно для нас, как для начинающих, вот на этой площадке, что она тоже в основном для англоязычных, то есть тех, кто владеет английским языком, у нее очень неудобные платежные системы. Они, ну, нам, в принципе, они, ну, надо смотреть, потому что мне лично они не знакомы, кроме PayPal. Для россиян PayPal подходит. Но в отличие от InfiniAI, здесь нет никаких, даже в будущем не предполагается, ролики, обучающий материал на русском языке. Вот сколько ты знаешь, столько и знаешь. Регистрируйся. Цену я, кстати, не нашел. Где-то есть информация в ролике, что 30 долларов в месяц пользование платформой. Но ролик, на мой взгляд, очень старый. Там цена могла и поменяться. Так, что нам еще интересно в этом сайте? Вот тут из того, что написано, там вот, типа как мы сейчас участники и пользователи платформы InfiniAI, пользователям этой платформы, вот здесь есть такая вот интересная, на мой взгляд, такой пункт, что если вы найдете товар, аналогичный нашему товару, то есть тот же самый товар, что мы вам предлагаем, дешевле, чем мы это делаем, мы вам перечислим до 120 долларов на счет. И это делается как вознаграждение вам за то, что вы нашли более дешевого, более удобного поставщика на эту площадку. Еще одно интересное, кстати, вот сейчас увеличу, чтобы можно было прочитать и вам тоже. Вот видно, да, вот здесь. В течение почти 10 лет Доба был членом элитной группы компаний, известных как eBay, сертифицированные поставщики.
Вот, Сергей, надеюсь, ты увидишь этот ролик. Только 30 компаний имеют, ну, честь, тут так написано, дропшипить на eBay. В числе этих 30 InfiniAi, которая была DS Domination. То есть подключиться к этим площадкам во всем мире. Только 30 компаний. Тут у нас был разговор, типа, можно свой InfiniAi российский сделать. Так что эти, ну, как сказать, те сайты и сайтики в России, не только в России, может, и в Европе тоже есть такие, которые себя громко именуют сайты по дропшиппингу, но это даже не смешно. Мы знаем, как наши любят с такими франчайзинг, мерчандайзинг называть, да, всякие вот эти сторожей и так далее, ресепшены и все такое. Вот 30 компаний только имеют инструменты для дропшиппинга на eBay. Ну, думаю, и на Amazon их не больше. Потому что это очень серьезная операция, доступ в эту площадку с другой платформы. Это не каждому позволено. Это расценки продавца на платформе. Это не расценки, чтобы вы не запутались. Это если ты хочешь поставлять товар на эту площадку, вот на Доба, оплата в месяц $50. И если, ну и когда со временем будет Marketplace Infinistore, то вот то, что мы платим в месяц, это только вот здесь за то, чтобы выставлять товар. А там, получается, за 50 месяцев мы можем и выставлять товар свой, выступать в качестве поставщика и выступать в качестве реселлера, перепродавца, дропшипера тоже. Следующее — это страница горячих предложений. Сейчас мы будем здесь анализировать. Ну, не знаю, сказал или нет, ни одна из этих площадок, которые я не только вот эту смотрел, еще несколько, у них нет вот этой вот услуги спрингборда, так называемого, который, в принципе, вот для новичков дает возможность хотя бы не быть в минусе. Вот, жаль, на данный момент еще нету никаких отчетов на Infini, но в любом случае, по самым, как сказать, пессимистическим прогнозам, получается так, что эти $50 участия на платформе нам со спрингборда вернутся. 50 плюс 15, там 65 с некоторым плюсом. Они вернутся. Infinity нам вот это, как сказать, гарантирует. Здесь не гарантируется. Ты заплатил за месяц, наторговал. Нет, плати следующий. И на других он тоже. Вот с этим, ну, думаю, все, да, ребята и девчата. Еще раз посмотрите, вот это все у вас должно быть. Вот если это любой пункт из этого, допустим, есть площадка, но она на ней не решается вопрос приема платежей, значит, эта площадка не подходит. В том же Infinity мы знаем, что и сейчас подключена вот эта GPG, и прорабатывается вопрос с PayPal, чтобы не было ни у кого проблем. Это для нас Infinity старается сделать. А теперь давайте посмотрим вот эти горячие продукты. Сейчас начинается, ну, более интересно. Так, давайте это тоже закроем, чтобы запись не тормозилась. Вот это горячие предложения этого сайта. Вот здесь категории. И давайте рассмотрим вот любимую нашими коучами посуду. Вот
вот такая вот набор кастрюль, такой набор кастрюль, посуда. Посмотрим, за какую цену нам предлагается вот на этой добе взять на реализацию, то есть дропшипить. В принципе, мы за нее заранее не платим, но должны быть готовы к тому, чтобы даже через час после того, как мы выставили вот этот товар, чтобы у нас были 140 свободных долларов, потому что надо будет выкупить и послать покупателю. Теперь давайте посмотрим вот этот товар на Амазоне. Вот наш Амазон. Вставить и найти. Сейчас здесь сверху выплывет инструмент, который у многих лежит на самом видном месте. Это я говорю тем, кто создает и приглашает людей, собирает грандиозные команды. Вы покажите им хотя бы этот инструмент. Мы видим вот те же самые кастрюли на Амазоне. Вот они, вот эти кастрюли за 99 долларов, который нам вот этот вот прекрасный сайт предлагает за 140 долларов. И в качестве рекламного хода пишет: найдите нам поставщика дешевле. Возможно, я не буду вот заранее там что-то говорить. Мы смотрим как со стороны, да, как обычный покупатель. Возможно, внутри сайта для нас, как для дропшиперов, этот товар будет и дешевле. Я не знаю, но то, что видно, видно пока что это. Разница в 50 долларов. И вот этот вот инструмент на всех роликах, почти на всех обучающих роликах, да, вот он есть. И никто его не смотрит, не ищет, а требует у Хитеша перевод. И что он нам показывает? Он нам показывает, где и на каких площадках есть аналогичный набор. И сортирует это с низкой по высокую цену. Там есть еще 9 предложений. На 9 разных площадках такое же предложение есть. Ну, можно посмотреть самое дешевое. Где дешевле, чем на Амазоне. Вот на Амазоне 99. А на этом сайте, ну, аналогичный товар желтого цвета, цвет другой. Ну, естественно, ну, возможно, здесь сейчас нету синего, но он его или можно заказать, или что-то такое. Но в любом случае за 95 долларов он есть. Здесь, вот эта вот вкладка, она показывает, как получить купон скидочный с этого сайта. То есть еще можно найти код и найти, где еще и дешевле взять. Доставка бесплатная. Сайт в Америке. То есть это есть. Есть способ там через картинку найти, но я по локации нахожусь в таком месте, что мне выкидывает российские сайты, там смысла нету смотреть, потому что, ну, это по цене нам ничего не дает. Вот и на Walmart данный товар от 95 до 147 долларов. Подробности можно узнать, ну, тут как оно, в зависимости от цвета и так далее. То есть можно с дропшипить и с Walmart. Тоже бесплатная доставка и так далее. Но самое интересное, что есть такой же товар и на AliExpress. Давайте посмотрим, есть он
тут или нет. Ну, есть он. Я смотрел, чего я буду тут прикидываться, да? Есть такой товар. Где же он? Где же он? Давайте еще раз. А тут, скорее всего, из-за того, что на переводчик поставлено. Но он точно здесь есть и желтого цвета. Сейчас, подождите, посмотрим, здесь он не выдается, AliExpress. Нет, здесь нету, но цена товара доходит до 200 с чем-то долларов на всяких разных площадках. Ну, сейчас, чтобы ролик не затягивать, я говорю вам честно, что тут я его нашел. Этот товар нашел. Просто сейчас хотел сделать это прям вживую. Что-то не выходит на этот продукт. Но он есть и тут тоже. То есть дропшипить можно и с Алиэкспресса. Правда, тут уже доставка получается долгой. Но в любом случае этот инструмент нам сразу показывает, где есть самое дешевое предложение. Вот через эту вкладку можно увидеть историю по цене. Вот как она колебалась. Вот она. История цены. Вот была free shipping и так далее. То есть вот график вырисовывается. Самое низкое, самое высокое и так далее. То есть этот инструмент, он очень хороший и удобный. Ревью на Амазоне, на Оверстоке. Можно почитать отзывы о данном товаре. То есть есть полные инструменты анализа. И вот после всего этого, с учетом того, что если вы хотите сдропшипить данный товар на эту площадку, на, допустим, на Amazon, то вам надо все это учитывать и делать дропшиппинг. Только в таком порядке. А то можно остаться, ну, забаниться. Если вы возьмете заказ и не выполните его, бан. И потом надо будет восстанавливать, если получится. Давайте посмотрим еще вот по игрушкам. Что-нибудь посмотрим. Думаю, сам процесс показать не будет лишним. Если что, вот, по-моему, вот что-то такое мы видели, да? Или это был другой набор? На спрингборде что-то такое у нас было. Ну, давайте посмотрим в любом случае вот это вот, вот этот набор. Посмотрим его на Амазоне, что тут у нас и как. Ну, давай, Амазон, обновляйся. Никак не найдет. Вот этот набор. Кликаем по нему. Ожидаем загрузки. 93.35, да? Инсток на складе. Сколько тут на нем продавцов? 14 продавцов на товаре. Сейчас это тоже посмотрим. Самую высокую цену на это посмотрим. Здесь на eBay показывает, что есть. Здесь у нас 75. Вот видите, даже вот в таком
разрезе уже вот этот товар, он по сравнению с Амазоном дает 20 где-то долларов. Где-то 20 долларов навара. Посмотрим, где еще тут. Ну, на eBay. Новый или старый. Не думаю. На Walmart тоже должен быть этот товар. Зря я его закрыл. Сейчас, где он у меня? Наверное, просто сейчас нету в наличии. И этот вот инструмент нам показывает, что сейчас на Walmart нету, но он, скорее всего, был там. Вот на eBay за 101 доллар можно выставить этот набор. На Амазоне за 93, а вот на Добе взять за 75 с дропшипить. Неплохо. В принципе, неплохо. Давайте, ну, Walmart сейчас подгрузится, посмотрим здесь, сколько стоит. Просто его, скорее всего, он не отображается, потому что сейчас нет в наличии. Кстати, нам там не показывалось, да, отследить цену. Фидбэк, нет. $65, но это не то, да? Это не похоже. Это что-то аналогичное, но не то. Нет, похоже, что нету. И это не такой, да, набор. Не такой. Ну, если поискать, можно найти что-нибудь похожее. И опять же с дропшипить. И это не то. Нет, значит нету. Раз не показывает этот инструмент, значит нету сейчас на Walmart. И вот такие вот дела, ребята. Так что дропшиппинг — это вот дропшиппинг. Надо изучать и тренироваться, вот этому учиться. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.